я не ставил вам чего-нибудь такого заводного, тяжелого, ужасного, страшного и громкогласного. И вот я этот день, думаю, уже наступил сегодня. Как говорил Тома Рая, петь нужно так, чтобы парень в конце зала на 40 000 человек, да, ты, вон там, слышал меня без микрофона. Много, кстати, вопросов возникало в обществе. Так ли опасен трэш на самом деле для здоровья или нет? И вот, ученые поставили такой эксперимент. Коровам дали послушать трэш. И после прослушивания они становились какими-то тревожными. Билли Милана по этому поводу сказал следующее. «Мы играем мож, пока вы не угорите, мы играем мож, пока вы не сдохнете». Вот коровы начали танцевать мож. Мож, в буквальном понимании, это скакание и орание под драйвовые рифы. Зато когда коровам ставят Тимати, они безбожно срут и блюют. Вывод. Ты больше никого не слушай, а лучше трэш сейчас послушай. Вот с таким девизом мы начнем сегодняшнюю программу. Fire high! With a man of evil!
песня «Teal Mania» команды Red – «Ярость» с альбома «Insane Society» – «Безумное общество». Итак, трэш-бригада Red была сформирована басистом Гэри Модикой в 1982 году и гитаристом Майком Нирканеном. Пару лет они потратили на обработку репертуара и решение кадровых вопросов. И только в 1985 году коллектив перешел к активным действиям. На тот момент состав перестал испытывать лихорадку, и вместе с Гэри и Майком с ним начал работать гитарист Скотт Найквист, а также вокалист Гэри Гальвитцер. А еще потом они подобрали барабанщика Рика Райоса. В данной конфигурации было записано шестипесенное демо «Children of the Wicked», вызвавшее в андеграунде лестные отклики и приведшее музыкантов к контракту с King Classic Records. И вот, ребята, в 1986 году в Red дебютировали с альбомом «Feet of the Anger» – «Порыв гнева». Несмотря на чикагское происхождение команды, эта пластинка звучала так, как будто была записана в окрестностях залива, хотя отличия от сан-францисских групп, конечно же, были в первую очередь они касались высокой техники исполнения. Такие треки, как «Feet of the Anger», попали в эфир металлических радиостанций, а подогревали интерес к творчеству Red публикации в журнале «Kerrang!», «Metal Hammer», «Metal Militia» и других посвященных тяж-метал изданий. Следом ребята от такого счастья накатали альбом «Nothing to Fear» – «Нечего бояться». А мы с этого альбома будем слушать песню «When World Collide» – «Когда миры столкнулись». В ней поется вот что. В перерывах между войном и временем смерти пробил час, безжизненные тела вдоль поля, все силы миров окружили нас, что делает крах на земле. Тени росли на деревьях, минометов прохладный ветерок. Сожжены здания. Никого не осталось, все умерли. Тьма превратилась в свет, смерть, разрушение всех. А я теряю свой ум изо дня в день. И вот вселенная была уничтожена. Да, вот такая вот грустная песня. We'll be right back.
играла только что в исполнении коллектива Red. По окончании сессии с Райасом пришлось расстаться. И с барабанами очутился давний знакомый команды, выходец из Амуленс, Майк Фрон. На продюсирование второй пластинки в Red коллектив пригласил легендарного гитариста Ронни Мартроуза. Мартроуз и Гамма. Вот в таких командах он играл когда-то. Реализованы под эгидой Medusa and Enigma Records. Альбом показал развитие прогрессивных тенденций, проклевывавшихся на Feet of Anger. Так музыка группы стала более мелодичной, но в то же время и более сложной. В композициях часто менялся темп, а кое-где появлялись акустические проигрыши. Работа получила высокие оценки критиков и по нраву заняла ведущее место в дискографии Red. В середине тура в поддержку Nothing to Fear ушел Фрон, и ударная установка досталась Дэйву Салману. Продолжительные гастроли закончились переизданием Feet of Anger, а в 89-м гневная песня When World Collide, которую мы только что слушали. Она прозвучала в саундтреке к фильму Letterface – The Texas Chainsaw Massacre. Помните такой? Кожаное лицо. Техасская резня бензопилой. По-моему, комедия. В конце того же года команду поджидали серьезные изменения. Ей пришлось пережить отставку Гольдвитстера и замену его высокого вокала хрипловатым Куртом Грейсоном. Так или иначе, но работа была продолжена. И, наконец, в 1990 году в продажу поступил продюсированный Роном Гоуди диск Insanity Society. Здесь команда вернулась к прямолинейному, бьющему наотмашь саунду и в силу особенностей нового вокалиста заработала немало сравнений с командой Testament. Впрочем, в коммерческом плане все изменения пошли команде на пользу. И поддержанные MTV-шными клипами Insane Society и Test of Fate, альбом стал ее самым распродаваемым релизом. Ну а коль так, слушаем песню с этого альбома. Wow.
Поется вот что. Немое забвение царит, смерть, которая охватывает все возрасты. Глотай рой, это пожинает паразитов и происхождение королей. Собрались рядом мухи, присоединяйся к ним. Их триумфальное шествие через руины, а раны твои открылись, вот ты сейчас и погибнешь. Ага, пессимистическая, однако, песенка. В начале 90-х годов Ред, заменивший Найквиста Крисом Дюристиком, много гастролировали, однако у нас их почему-то в России не было видно. В 94-м году проект их был заморожен. Спустя 4 года Грейсон, Нирканен, Найквист, Модика и Солман воссоединились и возобновили совместную концертную деятельность. В 2004 году на должность вокалиста заступил Джон Даффи, а еще через пару лет эту веселую компашку покинул Майк. В 2008 году впервые после долгого перерыва в Red собрались в студии и записали миньон в Red. Уже по окончании сессии случился ряд кадровых перестановок. Сначала в официальный состав был введен гитарист Роб Нун. Затем к микрофону вернулся Грейсон, а позже ветерана Солмана сменил Пэт Максвелл. Однако ошибкой было бы считать, что все песни у ребят однообразные и однотипные. Совсем не так. Вот, например, песенка «War of Nerves» – «Война нервов». Хотя, в общем-то, это и не песенка, а просто композиция. Музыка без слов, так сказать. Обратите внимание, как соло-гитара в середине композиции точно передает нервозность. То есть начинается композиция умиротворенно, а потом нервы взыграли и настроение испортилось. И как финал, гитары захлебываются в нервных припадках. И я так точно передал настрой этой мелодии, что слова уж точно не слышны.
заключительной части рассказа о команде Red. В конце 2013 года ребятишки записали альбом Mutants, а следом за ним в 2014 году альбом Stark Raving Mad. Оба эти альбома, кстати, не были, конечно, так же популярны, как первые их хиты. Кстати, Mutants есть одноименная композиция с их альбома, кто помнит, Nothing to Fear. И, кстати, интересный феномен у этой команды. Никогда не были замечены в компании Creator, Metallica и прочих, даже не выступали вместе с ними. А тем не менее, журналы Kerrang и Metal Hammer постоянно писали и очень лестно отзывались об этой группе. Даже критики никогда не сквернословили о этой команде и говорили, цитирую: «Группа Red играет круто, без лейблов и раскруток. Знают черти ремесло и не гонят всякое фуфло, а играют злой металл, черт бы тебя побрал». Ну, шутки шутками, а вещица действительно очень неплохая, достойна внимания. И закончить нашу передачу об этой команде следует тоже достойной вещицей. Пожалуй, песенкой «Closed Doors» – «Закрытые двери». А в ней поется вот что. «Разрывается от взгляда смертных масса сегодня. По улице мутанты ползают, нападают на молодые тела и кричат. Нам даже является то, что они говорят. Беспокоиться не надо. Ваша смерть будет расплатой. Трупы падают один за одним. Мертвецы выползают из своих нор. Кровь бежит по моему позвоночнику. Разбитые головы свинцом. Кто-то разорванный на куски падает. И будь готов, что конец близок, и пора бояться». Бояться, я сказал. В воздухе, где радар сканирует человеческую плоть, она начинает гореть. Люди начинают суматошно бегать, а им некуда бежать, а нож режет. И опять кого-то разорвало на куски. А я тихонечко прикрою дверь, чтобы всего этого больше не видеть.
мрачный рассказ о еще более мрачной команде в Red. А мы продолжаем и идем, 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 не оборачиваясь назад. Ибо впереди нас ждет только самое светлое и радостное, как, например... команду Dead Wish. Но, к сожалению, все попытки остались безуспешными. Никому не удалось это сделать. Но не беда. Сегодня у нас особенный суперприз. Это фирменный DVD-диск с фантастическим фильмом «Гостья из будущего» 1985 года выпуска в нескольких частях. А чтобы вам его заполучить, вам необходимо не только угадать название исполнителя альбома и песни, фрагмент которой сейчас прозвучит, но и отправить также на адрес нашей электронной почты rockobstrel@yandex.ru. А теперь прислушайтесь внимательно, потому что фильм про Алису Селезневу, которая ищет мелофон, может получить только настоящий металлист. Итак, hello, my little widow! Are you friend of Murder House? Come here! Долгожданная рубрика по вашим заявкам или письмам. Вот письмо Сергея Дронова из города Владимира. Цитирую его весточку. «Жизнь без музы и поэта лишена тепла и света. Слова мучает поэт, а эта группа Living Dead. А рифмы нет и ритма нет, часто день за днем идет. А тяжелый рок ревет, а хэви-метал мне в ответ. Ну, включи же Living Dead. Ну, что с вами, ребят, поделаешь? Была у нас передача про группу Living Dead. Видимо, мало. Ну, что ж, давайте слушать Living Dead. И песенку, раз уж на то пошло, Intrada с альбома Protector from Reality. Следующая передача, друзья, будет посвящена команде Steel Heart. А я на этом прощаюсь с вами, друзья. До следующей недели. Желаю вам хорошего настроения, успехов и боевого духа. Пока, друзья!